student at UC Santa Barbara. He's a member of the Shellfish Hacking Team, and he's also the organizer of the IECTF hacking competition. Please give a big round of applause to Nilo Rizzini. Спасибо за приглашение. Сегодня я буду вам представлять мою работу. Как находить vulnerabilities в embedded firmware на большом уровне. Сегодня буду представлять с моими коллегами из университета Санта-Барбара. Мы будем сегодня говорить насчет embedded аппаратами. Как мы изучаем, будет, наверное, 20 миллиардов IoT-аппаратов в следующем году. И в 2019 году было изучение, которое сказало, что 16 миллионов аппаратов в Америке используются уже сегодня дома. Уже сегодня можно использовать инструменты, как Alexa, чтобы сказать Alexa, что нужно теплее сделать, и они будут менять температуру за тебя. Как сейчас это работает, смартфон посылает твой запрос к роутеру или в клауд, чтобы поменять твой аппарат. И еще есть вариант, можно, чтобы смартфон посылал твой запрос в IoT Hub, чтобы потом послать к аппарату. Как вы можете понимать, эти IoT-аппараты, они собирают разные данные, которые могут быть очень личные. Например, данные от наших камер или от наших лампочек. Из-за этого такие IoT-устройства могут компрометировать твою безопасность и твою личную жизнь. Так что мы себя спросили вопрос, эти устройства, они безопасны или нет? И что мы заметили, это то, что было много примеров, как они совсем опасны. В 2016 году миллионы аппаратов, устройства IoT были использованы, чтобы сделать атаку. И в 2018 году мы видели, что 154 vulnerabilities, которые касались устройства, они были атакированы. Так что мы потом себя спросили, почему это сложно секьюризировать такие аппараты. Обычно можно найти такой большой чип, на котором есть прошивка. Также есть дополнительный контроллер, который можно найти в каких-то ваших устройствах, типа часов. Прошивка исполняется на разных архитектурах, типа ARM, MIPS, x86, PowerPC и так далее, или какие-то другие проприетарные архитектуры. И обычно есть ограниченные ресурсы, и нужен маленький оптимизированный код для этих целей. И нужно иметь какие-то варианты алгоритмов общеизвестных, оптимизированные под такие размеры. И часто, что внешние устройства используют какой-то кастомный код, типа как камеры, сенсоры и прочее. И с точки зрения программного обеспечения, может быть, это может быть Linux или какой-то бинарный код. И обычно весь код запакован в один бинарник, который выполняется на устройстве. Mm-hmm.
Допустим, вы отправляете устройство, с IoT-устройства вы отправляете запрос на веб-сервер, и веб-сервер возвращает бинарный ответ. Request был бы получен и распаршен, и будет обработан хендлером, бинарником хендлера, и вернет это обратно веб-серверу, и каким-то образом этот веб-сервер вернет этот ответ вашему устройству. Почему сложно обезопасить IT-устройства? Потому что они все очень разные. Было предложено некоторые варианты, а как анализировать и обезопасить IT-устройства. Например, как статический анализ. Есть это вот список презентаций, на которые можно посмотреть. И также динамический анализ. Потому что все IoT-устройства довольно разные, очень сложно поэтому их обезопасить и это проанализировать, потому что все они очень разные. И очень... Есть еще подход одного бинарника, и когда он один бинарник, бинарник забирается из устройства и анализируется, и очень много ошибочных результатов при анализе. False positive, да. В данном примере сервер получает запрос от устройства, обрабатывает запрос и вызывает другой бинарник. Как вы видите, код содержит строку для сравнения с какой-то определенной строкой в запросе, проверяет длину этого ответа, а другой бинарник, который уже обрабатывает запрос, получает различные параметры, которые были получены из веб-сервера. Также есть переменное окружение, которое не может быть контролировано пользователем, то есть не получено из запроса. Также тут вызывается функция копирования строк. В первом случае мы видим, что здесь есть большой баг, что длина ограничена 128 байтами, но длина, мы предполагаем, что длина не может быть больше 128, и это большая проблема, потому что мы получаем это из запроса. Есть также, мы называем это получателем и обработчиком, и... Текущие инструменты для анализа, они неадекватны, потому что очень много багов остаются не проанализированными, не обнаруженными. Как разные компоненты коммуницируют между собой. Также есть межпроцессорная коммуникация. Это ограниченный набор парадигм для коммуницирования между бинарниками. Например, это FIFO и разные файлы. Все IPC, все межпроцессорные коммуникации, они обозначены дата-ключами, которые... Каждый бинарник, который использует какие-то общие данные, он должен знать, где лежат эти данные, где их можно найти. То есть эти дата-ключи, по которым можно найти, они захардкожены, они добавлены внутрь бинарника. Okay, let's talk about our work.
Давайте поговорим о нашей работе. Давайте поговорим о модели угроз. Сначала атакер отправляет любые запросы через сеть напрямую на это устройство. И для некоторых устройств не только через облако, но также через локальное можно до них достучаться. Коронта это такое приспособление, это инструмент для анализа, для физического анализа этих бинарников. Находит border bytes, такие граничные бинарники, которые обрабатывают пользовательский вход и следит за тем, как эти данные распространяются с другими бинарниками в прошивке. И это он строит некоторую вещь, как это название BDG. То есть строит граф зависимости между этими двумя бинарниками, между веб-сервером и хендлером. Используя это, мы пытаемся обнаружить баги в обработчике. Мы берем прошивку, распаковываем ее, мы находим эти бинарники. Мы строим граф зависимости между этими бинарниками, получаем CPFs. Communication Paradigm Finder, название этой вещи. Применяются различные ограничения. И в конце концов у нас есть система, которая создает различные уведомления о том, какие вещи мы могли обнаружить в данном случае. Мы используем Binwalk, это довольно распространенная вещь для распаковки прошивок. Мы берем эти граничные бинарники, которые понимают данные через сеть, и они содержат различные парсеры пользовательских запросов. Чтобы анализировать парсеры, мы используем мы анализируем и понимаем, можем понять, получает ли этот бинарник данные из по сети и сравнивает ли с чем-то, и ищем определенные слова, типа как CMP для сравнения, NET и так далее, какие-то захардкоженные, добавленные заранее константы и так далее. И мы берем эти все значения и составляем так называемый скор парсинга, очки парсинга. И когда мы составили вот это, получили эти значения для каждого бинарника, и мы находим кластер из бинарников, которые наиболее плотные в этом графе. Мы строим BDG, это граф зависимости между бинарниками, который между... В этом примере видно, что бинарники коммуницируются через переменное окружение и через файлы. Мы сравниваем эти все значения и понимаем через межпроцессорные, бинарники используют эти бинарии, используют межпроцессорные коммуникации какие.
Мы смотрим, это тот бинарник, который отправляет значения или их получает. Мы получаем значение этих дата-ключей, по которым находят эти значения, эти бинарники. Мы сканируем прошивку. Мы создаем этот CPF для каждого варианта из обмена этой информации, и мы смотрим, есть ли другие прошивки, которые используют тот же дата-ключ или что-то похожее, и мы создаем такой общий CPF, который покрывает различные случаи, которые неизвестны, чтобы все случаи попали в наше рассмотрение, и включаем нашу интуицию. Как это работает? Мы берем граничный бинарник, мы берем обработчик этого запроса, парсим URI. Как мы видим, здесь сравнение, здесь с ключевым словом, SOAP, и мы сравним это с переменной p, и мы видим, что переменная p возвращается из этой функции, и мы продолжаем, мы видим, что data, которую мы распарсили, она передается как устанавливается как переменное окружение, и это. И, конечно, это setter binary, бинарник, потому что он установил это значение в переменное окружение query string. И это сделано для того, чтобы другие бинарники нашли это значение. Поэтому и мы видим этот дата-ключ, который переменное окружение, и мы видим, что другой бинарник получает это значение оттуда. Таким образом, мы сделали грани в этом графе в зависимости между двумя бинарниками. Мы также можем найти различные ограничения, которые при передаче данных между сеттером и геттером. Нам нужно найти баги, и нам нужны наиболее строгие ограничения, и мы можем найти на примере нашего бинарника, например, переменная, которая передается дата, и она возвращается из двух разных мест в функции parseUri. И поскольку data, она не ограничена, и, например, больше, чем не может быть, не должно быть больше, чем 127 байт. И таким образом эти данные попадают дальше в неограниченном виде, они попадают в неограниченном виде в переменное окружение query string. Небезопасное взаимодействие, детектирование небезопасного взаимодействия. Мы ищем какие-то небезопасные функции типа memcpy для копирования данных туда-обратно. Мы смотрим на различные циклы, чтобы понять, есть ли там отказ типа DOS или отказ в обслуживании. Мы видим, что query, которую мы взяли из переменного окружения, она не ограничена, и она передается в эту функцию process request. Дальше обрабатывается strcpy, и q больше, чем 127 байт, а arg должен у нас размер массива 128 байт, и таким образом у нас появляется большой баг. Например, у нас есть два некоторых кода. Это
Например, есть seed function, которая создает какой-то seed, и мы берем эти значения для в X мы записываем какие-то постоянные данные, типа, которые будут когда-то удалены. Здесь мы можем увидеть, что если она не ограничена, эта перемена не ограничена. У нас есть некоторые два добавления. Это приоритизация стратегии. Например, у нас есть пользовательский ввод идет в какую-то функцию, и она не ограничена. Она передается в другую функцию под названием parse. Как вы можете видеть, здесь может быть неограниченное. Мы возвращаем нашу переменную start. Мы находим места функций, которые возвращают не константные значения. Например, другой пример у нас есть, у нас неограниченная переменная n, и мы получаем длину этих данных, сравниваем его больше либо оно либо равно 512, и мы если нет, мы возвращаем, но дальше мы сравниваем строки, копируем строки. И у нас могут быть разные теги taint. Это может быть, поскольку здесь нету бага, но у нас может быть false positive, то есть мы не нашли баг, мы нашли баг, которого нет. Мы сделали так, чтобы это можно было исключить эти false positive, чтобы по нашей оценке мы сделали оценку 53 примеров прошивок от 7 производителей. В этом случае вы можете видеть, что есть неопределенный номер, сколько всего, что всего бинарников 8500, было сгенерировано 87 уведомлений, 51 из них фальшивое, и найдено было всего 34 уязвимости в разных бинарниках, в мультибинарниках. Также мы проанализировали, сколько займет времени проанализировать разные прошивки разными способами. С помощью всех методов мы затратили 28 дней, и очень много уведомлений о уязвимостях. В случае подхода с парсером мы потратили 44 часа и получили 9000 уведомлений о возможных уязвимостях.
И мы также предполагали, что все IPC, все межпроцессорные коммуникации обрабатывали юзерский ввод, что не совсем так. На BDG мы потратили 48 часов и почти 13 тысяч уведомлений мы сгенерировали таким образом. И с помощью Каронты мы затратили всего 33 часа и нашли 74 уведомления всего. Всего мы проанализировали 899 прошивок. И мы нашли, что 38% из них обрабатывали не только в одном бинарнике, использовали мультибайнери подход. И всего мы обнаружили, что всего мы нашли, сгенерировали около 1000 уведомлений об возможных уязвимостях на большом уровне. В среднем прошивка со 80% прошивок были проанализированы за один день, и также есть большое различие между имплементациями и очень большим набором этих дата ключей, по которым передаются пользовательские значения и вообще распространение значений между бинарниками. И количество этих переходов, не сильно влияет на общее время. И производительность не особо повлияла размер самих прошивок. Давайте посмотрим, как использовать Каронты. Очень простая процедура. Сначала вы получаете прошивку, а потом вы создаете файл конфигурации и запускаете Каронту. Вот это пример файла конфигурации. Почти все из них они опциональные. Это самое главное, это firmware path. Это содержит значение, где находится наша прошивка. Base address содержит значение адреса, в котором начинается наша прошивка. Ну и также другие параметры нашей прошивки. И это можно найти на нашем репозитории на GitHub. Поскольку мы сделали этот файл конфигурации, мы можем запустить Каронту. Я запущу это, но поскольку это займет несколько часов, сейчас мы не успеем, чтобы оно закончилось. Ты. И запускаем его с этим файлом конфигурации. И скоро я его остановлю, и в какой-то момент он произведет свой файл, отчет. Я вам покажу просто основную информацию, которую из этого репорта вы можете получить, сгенерированного репорта. Каронта нашла эти граничные бинарники. Возможно, это false positive. Не факт, что это те самые наши бинарники, но, скорее всего, это они и есть. В данном случае HTTPD демон, он false positive, потому что это просто HTTPD. Также он правильно, что нашел HTTPD. Он нашел CJBin, HTTPD, бинарники. Также вы можете найти CPF и для этого бинарника.
Мы видим, что Каронг нашел 28 дата-ключей для HTTPD, и они уникальных из них 27. Дальше у нас следует список уведомлений. Предупреждений. Можно их посмотреть глазами, но я написал определенное приспособление, чтобы этот отчет посмотреть в более удобном виде. Сейчас мы найдем этот файл. И посмотрим на эти предупреждения. Как видите, мы получили 8 предупреждений. И недавно я понял, что вот этот вот список следования впрочем, не важно, да. Также мы можем видеть, что Content Type содержит это наш дата-ключ, и мы видим наш адрес, в котором он находится, и файл, в котором он используется. Откроем IDO и посмотрим, что там происходит по этому адресу. Как вы видите, здесь мы видим string copy, копирует haystack haystack берется из переменной окружения и копируется в какой-то destination, в какую-то переменную. Ограничено 64 байтами и копируется пользовательский ввод туда. Подведем итоги. Мы подготовили стратегию для того, чтобы отслеживать, как информация передается между несколькими бинарниками. Мы проанализировали 952 прошивки. Вот это библиография, и спасибо за вопрос. Так что, если у вас есть вопросы, пожалуйста, идите к микрофону, и мы сейчас будем брать вопросы. Так что вы используете импорты из libc или вы делаете анализ семантический этих бинарок? Так что если мы берем также мы используем семантический CPF в случае. Нету libc, они используют обычно статичный бинарник. Например, какой-то они используют свой кастомный setenv, это не значит, что он используется из libc. В встраиваемых системах вы обычно некоторые вендоры используют DMA, прямой доступ к памяти. Почему? Например, как различить какие-то кастомные реализации этих IPC от каких-то generic, общих IPC? Мы обнаружили, что эти адреса обычно где-то как константы. Когда
когда мы нашли какой-то адрес, который указывает на какие-то интересные данные, то... Как это? С помощью Semantic CPF можно различить какие-то фиксированные адреса от каких-то IPC, которые используются. Скажите, как я проверил репозиторий на GitHub, на Git, и там не нашел файл с лицензией. Какая лицензия на файл? Да, я, к сожалению, пока еще не добавил лицензию. Скоро добавлю. Всем спасибо всем. Thank you.